Майские праздники каждый отмечает по-своему. Кто-то с семьей уезжает за город на рыбалку или дачу, кто-то устраивает пикники в черте города, в парках или прибрежной зоне. Но помните, что за неправильно разведенные костры или неубранный мусор вас могут оштрафовать соответствующие службы. Вот только службы такой у нас в городе нет. Обычно за этим следят работники экологической милиции, но, как выяснилось, такое ведомство сейчас не функционирует из-за несостоявшегося тендера, а обязанности по надзору за кострами и последствиями пикника возложили на рядовых милиционеров, которые теперь будут штрафовать отдыхающих за разведение без мангала костра. Сами одесситы негативно относятся к кострищам в парках и прибрежной зоне и предпочитают выезжать за город. Я считаю, что лучше, наверное, выезжать где-то на природу и после себя убирать, либо на специализированных базах каких-то. Так что такое вот, а на склонах, как у нас многие в Одессе делают, ну, как бы загрязнять не особо хорошо. Туристы из Москвы Александр и Юлия ничего плохого в пикниках на территории парков и прибрежной зоны не видят. У нас тоже разводят, как бы. Нет, ну просто на самом деле, если там, например, кто-то говорит, что можно разводить там костры, то почему бы не посидеть, что-то не пожарить? Сейчас же мангалов много всяких, мангаль-то какие сложности. Всего на майские праздники украинцы будут отдыхать целых 10 дней, с 1 по 6 мая, так как праздник Пасхи в 2013 году приходится на 5 мая, и с 9 по 12 мая включительно, 7 и 8 мая – рабочие дни. Максим Шпат, Эдуард Шендерович, Новая Одесса.